просто меня пригласил на конференцию, началось приглашение с того, что Антон, люди будут сонные, кофе мало, поэтому, пожалуйста, расскажи какие-нибудь смешные вещи, чтобы народ проснулся, зарядился энергией, и следующие докладчики могли выйти с нормальными, серьезными докладами. Поэтому, если вам покажут, что доклад где-то будет, может быть, не сильно серьезный или излишне визуализирован, то уж простите, такой заказ был от организатора. Вот не его. Во всех неудачах моя презентация. Ну, первое, они еще не все знают в этом зале меня и вас, поэтому давайте, наверное, познакомимся. Меня зовут, Антон Витязь. Я два слова, чем я занимаюсь, чтобы вы понимали мою профессиональную деформацию, почему доклад такой. Да? Я последние лет 10 занимаюсь автоматизацией бизнес-процессов, строю кастомные решения и в том числе активно участвую в внедрении Application Lifecycle Management на разных платформах. Собственно, сегодня доклад как раз будет посвящен части моего опыта, которая связана с управлением требованиями. И в качестве примеров, которые я взял для доклада, был выбран Microsoft TFS. То есть выбран был именно он только потому, что последние проекты, которые я делал на практике и внедрение, было с ним связано. На самом деле, сразу говорюсь, использование TFS в качестве там, названия презентации примеров, это не есть реклама продукта, это всего лишь прикладной кейс, не более чем. Мне на самом деле, что интересно узнать, это в аудитории какое количество трудящихся на карьерах и какое количество людей, которые работают вот, в настоящем бизнесе. Я хотел спросить, кто из вас является бизнес-аналитиком и работает не в IT-компаниях? Можете руку поднять? Не в IT, это могут быть банки, это могут быть, но главное вот не так. О! А вот если дружно, то, наверное, не было, да? Хорошо, да, спасибо Александру, что он помог приехать в такой большой группе. Те, кто у нас трудящийся галера, как весело поднимается, сразу нравится, да? Понятно. А вы друг другу завидуете, мне интересно, кто на галерах и кто в банках или нет? Или все вот так вот друг другу? Это как анекдот про что такое дважды еврей Советского Союза, старый советский. Это когда в Черном море встречаются два корабля, один плывет из Израиля в Советский Союз, второй из Советского Союза в Израиль. И на борту собираются евреи, друг другу крутят у виска. Вот. Поэтому мне просто почему этот конфликт интересов понятен, мне приходилось работать и в банках, и в телекоме, и на галерах, и в сатерных компаниях, и чувствую разницу, плюсы и минусы каждой. Так, по сути. Смотрите, на самом деле, вначале я хотел обратиться даже больше к тем, кто работает в бизнесе, в банках. Да? Потому что когда ты находишься со стороны софтверных компаний, которые предлагают решения, вот это ощущение последней минуты покоя, это когда со стороны бизнеса приходят айтишники, аналитики с всеми требованиями. Вот, и когда начинается проект. Что мы все с вами слышим с обоих сторон, одно и то же на самом деле. Вы приходите со стороны бизнеса в IT-компанию или вы приходите внутри бизнеса к своим айтишникам и говорите нам, сделайте это. Да? Это может быть портал, это может быть девайс, это может быть автоматизация процессов, это может быть новый коннектор. Абстрагируемся, что угодно. Конечно же, образ аналитика, который сразу же уверенно заявляет, что требования готовы. Да? Обычно это выглядит как бумажка. Там может быть один листик, там может быть 5 листик, там может быть 10 листиков, там может быть кем-то согласовано. Если вы уверены, что все ясно и понятно. Да? Правильно? Ну так же. Нет. А почему я все время, когда работаю с бизнесом на пресейле, всегда встречаю уверенность в том, что тендер готов, все понятно, что надо делать, остается только посчитать. Ну, постоянно стараюсь. Да, у меня, наверное, негативный опыт. Возникают на самом деле вопросы. Как обычно начинается? Был один аналитик, потом приходится подключать айтишников, экспертов предметной области и так далее, и так далее. Вот последняя минута покоя, которая была отражена в готовых требованиях, начинает разваливаться за счет очень большого потока вопросов, проблем, предложений, изменений и так далее.
Общаясь уже с айтишниками, бизнес-аналитики, общаясь с системными аналитиками, с архитекторами, они начинают понимать, что многое это пропущено и много очень интересных вопросов. Следующая ломка, которая происходит у бизнес-аналитика, когда вот этот вот белый конь красивый, да, абстрактный, начинает превращаться в сферического коня в вакууме, если на него не смотреть сквозь призму определенной технологии. Когда приходят айтишники и говорят, мы это будем делать там на веб-сфере, а в другом случае, например, на SharePoint или на Dynamics CRM или еще на чем-то, требования начинают ломаться. Да? Либо они претерпевают какие-то изменения, либо начинаем понимать, что ого, SharePoint, какая гадость, да, нам срочно надо поработать над институциональными требованиями, безопасность еще на чем-то. Вопросы, дальше это все. Начинаем структурировать. Тут мы включаем свой мозг как бизнес-аналитика, достаем большой там, на 600 страниц стандартный блок, да, и смотрим, что мы там должны сделать. Да. После того, как у нас были готовы четкие функциональные требования, мы начинаем понимать, что мы-то забыли вообще где-либо написать про то, какие у нас цели, задачи. Да. Когда нас спрашивают, скажите, пожалуйста, что вашему бизнесу-то нужно на самом деле, зачем он это делает? Ну, оказывается, что нигде это не написано. Мы начинаем дополнять бизнес-требованиями. Потом мы понимаем, окей, бизнес наконец-то озвучил цели и приоритеты, после того, как мы согласовали все функциональные требования к новому решению, окей, повыползали новые кейсы и процессы, которые мы вообще забыли вначале. Думаем дальше, что делать. Открываем опять книгу, начинаем искать дальше, что такого хорошего сделать. Окей, начинаем приводить в порядок все исходные требования. К изначальной страничке требований у нас добавляется еще пару схем процессов, кейсов, предложений и так далее и тому подобное. Начинаем двигаться дальше. Понимаем, что вопросов уже скопилось там порядка 100, ответов на них столько же, на часть нет ответов, на часть есть, появились риски, проблемы и так далее и тому подобное. Возникает вопрос, на какие элементы мы получили ответ, какие нет. Увеличивается количество вопросов и элементов. После чего мы можем уже наконец-то уточнить рамки, появляются, аналитик начинает подключать уже проектного менеджера. Уже начинается понимать все допущения, запущенные ограничения, все, и мы это прописываем к нашим требованиям. Теперь приходит пора упорядочивать их. Что еще осталось? Ну, добавляем поставки, планирование, запуск и так далее. У нас получается гибрид. С одной стороны, у нас мы начинаем с простых требований бизнес-анализа, с другой стороны, мы начинаем видеть решения, у нас появляются архитектурные вещи, у нас появляются solution. Изначальный листик, который у нас содержал 50-100 пунктов, неважно, 10 страниц, он начинает обрастать кучей дополнительных артефактов, связями и идут изменения, огромное количество. Из исходного документа, с которого мы стартовали, мы приходим к целой системе документов и целой системе связанных вещей. Если продолжать это делать в классике там, Word и Excel, мы очень быстро запутаемся. Почему? Потому что у нас еще предстоит все это оценить, спланировать. В конце мы вспоминаем, что еще и стейкхолдеры у нас еще приваривают бизнес-требования. И нам со всем этим надо сделать решение. После того, как мы провели анализ, оказывается, что еще открыт вопрос обсуждения со стейкхолдерами, начинается это самое обсуждение, и мы получаем еще кучу изменений, вопросов и так далее. Очень часто возникает картина так, бизнес-аналитик уверенный выходит с требованиями, проходит там серия обсуждений, появляются изменения, все понимают, что все, что было изначально согласовано, понятно, красиво, на красивых там схемках, это не так. В системе не 4 компонента вот такими крупными блоками, а 20 поменьше, и к ним нужно немножко больше требований. И обычно бизнес уходит на 2 месяца в себя. Постоянно так. На всех проектах, причем не только в Украине, в Европе, а одна и та же картина. Вот. Окей. На этапе первичного анализа понимания, какое решение, да, мы это все переварили. На самом деле дальше процесс, дай бог, что мы начали проект, чтобы бизнес не испугался всей сложности, начинает ползти новые артефакты, их огромное количество. Там и тестирование, и элементы разработки, много. Вопрос, что у нас происходит в это время с бизнесом и с бизнес-аналитиком? Вот именно так выглядел в 9:30 вечера один из бизнес-аналитиков со стороны клиента, когда мы сводили все вопросы с ответами, с требованиями, упорядочили статус согласовано, не согласовано, какие остались открытые вопросы, что надо сдать менеджерам, кому надо сдать и так далее.
Да, вначале, как правило, когда тебе приходят с таким уверенным листиком, четким, да, никто не хочет заводить никакие сложные вопросы о application lifecycle management, TFS, Jira, ну что, зачем? Да? Через месяц, если продолжать работать в Borg, мы понимаем, что там будет pre-last final, какой-то даты согласованы, и имя файла просто исчерпает лимит максимальной длины, и у нас происходит коллапс менеджмент на этой точке. Вот. И вот тут, уверенно возвращаясь к Росвичу, я же вам говорил, да, и приходится брать небольшой тайм-аут, загружать уже в систему все артефакты, документы превращать в записи и наводить порядок. Вот эта вся история, она повторяется. Я бы очень хотел найти способ, чтобы бизнес-аналитики, люди, которые стоят ближе к заказчику, могли убеждать сразу и прививать правильную культуру работы с требованиями. Не хочется, чтобы через там, 2-3 недели, через месяц после старта проекта была такая болевая точка, когда мы теряемся. Есть риски. Некоторые отчаянные бизнес-менеджеры аналитики говорят, оставьте его, да, и бегут дальше. Они закрывают глаза на эту проблему, но проходит месяц-два, мы выходим с решением, выходят стейкхолдеры, говорят, ну стоп, вы же не сделали вот это, а мы вам говорили вот это, да. Получается фейспалм, да, аналитики краснеют, продакт-оунеры краснеют, беда. Не хотелось бы, чтобы такое происходило, хотелось бы, чтобы мы подходили к вопросу управления требованиями правильно. Теперь еще, так, пока вы не заснули, вопрос, кто из вас сейчас пользуется инструментами там, класса LM, Jira, TFS, в первой руке? Прекрасно. Вопрос, смотрите, какой. Как вы считаете, почему трудно убедить бизнес пользоваться этим? Если мы все аналитики этим пользуемся, почему мы на... Ну хорошо, почему не бизнес? Антон, что мы имеем в виду под пользоваться? Работать в этом, да. Знать, что оно существует. Да, работать в этом. Это для них overhead 100%. А что не overhead? С Excel работать? Не, ну я имею в виду с Word'ом, да? А для них все это overhead, но это еще больше overhead. Word они знают, а это что-то новое. Ну им же должно быть страшно, что они получат не то решение. Это надо продать, что это страшнее. Для них может быть опасен хаос, собственно, рефлексивный хаос. То есть они поймут, что это инструмент, который заставит их задуматься о постановке задачи, для них это не всегда очень выгодно. Mm-hmm. Да, очень правильно. На самом деле барьером к внедрению вообще любых систем, которые что-либо упорядочивают, это на самом деле страх ответственности. Почему? Ну, он есть подсознательно где-то у аналитиков, да, кто, может, менее квалифицированный, но на подкорке работает, потому что известно, как бы, притча, если ты написал, не подписывайся, подписал, тоже плохо, а если зачекинил, то же тебе виноват после этого, да. Вот, да, тут надо, на самом деле, уметь работать с изменениями и пытаться все-таки доносить выгоды того, что, то есть, я бы пытался показывать заказчику все-таки те болевые точки, которые будут потом, если этого не будет. Действительно, нельзя создавать оверхеды. Очень правильно было сказано. Почему? Потому что если вы подносите ему Jira, показываете, говорите, вот веб-интерфейс, там настрой себе фильтры, да, не всегда удобно, да, то есть заказчик смотрит на Word, он такой классненький, а вы Jira, ну или TFS. Особенно классно в TFS, это Visual Studio работать. Вот, на самом деле, вопрос, что за этим прячется? На самом деле, за вопросом ILM в данном случае прячется очень много аспектов. И когда я недавно в банке крупном занимался внедрением вот этого самого ILM, который там успешно на самом деле внедряется, масса аспектов, которые можно рассматривать, там технические, интеграционные, работа с разработчиками, тестирование и так далее. Я бы сейчас хотел, чтобы мы все-таки оценили идею саму, да, интеграции между бизнес-аналитиками, заказчиками и продуктовыми постарались максимально развивать культуру использования этого инструмента. И нашли вместе способы, каким образом это получится продавать заказчику успешнее. Поэтому первое, что мы все-таки концентрируемся на идее. Дальше при всей широте вопросов хотелось бы это обсудить, что-то обсуждаем здесь, что-то в кулуарах. Что очень интересно, многие из вас уже
пользуются JRED и TFS, хотелось бы узнать, как у вас это получается внедрять. Естественно, те, кто это не делал или хочет посмотреть на другую систему, да, потому что кто пользовался JRED, всем знает преимущество TFS или наоборот. А на самом деле надо пробовать. Да, то есть запускать, внедрять, использовать решение несложно. Мы на некоторых проектах делали периодически пилоты, брали новые версии там, системы и просто пользовались ими. Иногда получалось, что мы смотрели разные версии, разные возможности, делали выбор для того или иного заказчика. Давай так, что заказчик, вот сейчас один из заказчиков, с которым мы работаем, он сразу говорит, наш Jira. Ну вот, это уже стандарт, который входит у тебя на проекте. Когда заказчику просто показываешь ILM, и он говорит, окей, мы подумаем даже, чтобы его более системно использовать, они начинают ломиться, анализируя там куча вопросов, и на самом деле они выходят на ТЗ. А, мне даже приходилось писать, как ни странно, ТЗ на эту систему, но на самом деле проблема была очень простая, сделать выбор между Jira и TFS, поэтому пришлось формализовать критерии, это был очень интересный челлендж, это огромный XA. Ну, с кучей колоночек приоритетов, потому что бизнес отказывался принимать решения там, по аналогии. Они говорят, давайте посчитаем. Но на самом деле все гораздо проще. Мы можем подходить к выбору TFS, понимая, или к Jira, только ключевые моменты. Если мы говорим про бизнес-аналитиков и работу с заказчиком, то первый вопрос, который возникает, на самом деле, это контент. Насколько удобно работать с тем же Word и Excel? Это очень важно. Почему? Потому что иначе он не взлетит. Если решение будет представлять только красивенький веб-интерфейс, бизнес это рано или поздно не поймет. Бизнес хочет на столе видеть документы. Безусловно, простота, то есть никаких оверхедов. То есть надо создать такие условия, в котором аналитик, бизнес-аналитик, который не работал в системах этих решений, и заказчик будет это делать с минимальными оверхедами. Не обойтись без реестров и понимания их. То есть со временем можно начать с простого подхода, который диктует Agile, но постепенно мы так или иначе обрастаем дополнительными реестрами, рекордами. Рано или поздно появится quality assurance, рано или поздно надо управлять артефактами и так далее. Постепенное введение реестров. Я поговорю позже об одной из ошибок, но когда на заказчика наваливают сразу там, 20 типов реестров, включая там, риски, цели, задачи, фичи, сценарии там, и пошло-поехало, когда человек видит вот такое количество реестров, вот первый балл уже не помогает, ему страшно. Потому что, говорит, что мне все заполнять надо или все смотреть, поэтому очень поэтапно, очень по чуть-чуть. Один из интересных способов, который помогал внедрить TFS в одной агрокомпании крупной, это было то, что мы перевели требования, которые были в ордовских документах, в рекорды TFS, каждое предложение, сверили все документы, показали, что появился статус, они могут менять, нажимать кнопочку Save, и мгновенно статусы синхронизировались на сервере. Вот, то есть начали мы на самом деле внедрение того, что мы TFS не показывали. Мы продавали Excel, мы сделали только конвертацию своими руками всего, что было в Word, превратили в Excel, который был connected, да, полностью, и все. Заказчик начал работать с Excel. Ну, заказчику стало интересно, ой, куда эти ссылочки, на что-то можно посмотреть, и любопытство взяло вверх в итоге. Управление. Когда заказчик в конце концов осваивается с теми как бы, базовыми реестрами, работая с контентом, он начинает чувствовать effect the power. Он говорит, а что это, я могу сейчас поменять приоритеты? Я же муж продуктовник. Да. Вот. И когда заказчик отрывается, уже когда он осваивается с инструментом, когда он начинает уже потихонечку рулить кораблем, ему не страшно, это получается всем здорово. Когда он понимает, что это принятие решений, появляется чувство ответственности, появляется еще больше интереса. Вот где-то именно в такой последовательности получалось заходить продакт-оунером, которое там, слово там, TFS, Jira было потом. Из чего выбирать? Вы сами прекрасно знаете, те продукты, которыми мы все с вами пользуемся, они все находятся в топе Гартнера, поэтому с ними все хорошо. Поэтому выбор однозначно за вами, только за вами. Не одинаково хорошо работалось в E3FS и в Jira, например. Могу сразу сказать, что Jira максимально быстро внедряется, более дружественно, но когда дело доходит до работы с менеджерами и с бизнесом, она менее готова из-за отсутствия из коробки интеграции с Project, с Word, с Excel и так далее. Там сразу требуется полный плагин, денег и всего остального. Но традиция, да? Поэтому ничего не говорю по этому поводу, выбор за вами. Я дальше покажу буквально несколько скринов, как выглядят планы Excel, Word, которые были в проектах, всего лишь просто примеры, не более чем.
Так, кто не видел TFS, у него есть, естественно, веб-интерфейс. Я здесь специально показал страшный интерфейс из Visual Studio своей, да, то есть выбор, опять же, за вами, самое удобное, на самом деле, именно работать не в веб-интерфейсе. За что мне нравится, в принципе, TFS, это за его мощные инструменты в офлайновой работе, работы с контентом, да, то есть сама возможность работы в офлайне, когда с ноутбуком летишь в самолете к заказчику там, в Юго-Восточную Азию, часов 10, да, у тебя как раз все есть на ноуте. Ты прилетел, нажал кнопку Sync, все на сервере. Вы можете работать уже на самых первых этапах заказчика, начиная с обработки первичных вопросов. Вы можете трансформировать Word-овские документы в Excel. Excel получается connected, требования получают нумерацию, вы добавляете свои колонки статуса, заказчик получает в такой же относительно удобной форме описание того, что есть в документе, и пересаживаем его на работу вот сюда. Что интересно, мы опускались на разный уровень детализации. Были проекты, где были только очень коротко описанные user story, а были проекты, где вот как этот нарисован на экране, где опускались вплоть до детализации шагов use cases. Все зависело от модели и формализации принятых в проекте. И так, и так. То есть и Waterfall с очень глубокой детализацией, и Agile. В любом случае, Excel это сила, заказчик это просто обожает. В Excel можно ввести не только требования, которые привык заказчик, да, его функциональные и нефункциональные требования, в том числе уже начинать структурировать там, компоненты решения, потихонечку там, понимая глубже архитектурные вопросы. С точки зрения менеджмента, очень классно, когда ваша LLM-система может коннектиться к Project Server. Один из вопросов, который интересует вот не Product Owner, а Product Manager, покажите мне колбаски. Вам не задавали такие вопросы в банках? Вот. Это когда вот в том банке, где мы работали с внедрением LLM, где было там несколько релиз-стримов, да, при всем отжали, при всех правильных вещах, которые продолжали, все равно заказчик говорил, а колбаски где? А колбаски это значит, когда заказчик хочет видеть проект, рисованный на диаграмме Ганта с масштабом Quantal, да, хочет видеть программу, что запустится. Если там есть спринты, не вопрос, он говорит, спринты хорошо, я верю, я помогаю вам не дать отжал, где колбаски. Вот. И когда вы берете тут там джиру, думаете, блин, а как же там колбаски за этого сделать? Нет, были разные интересные приседания, включение, опять же, подключение сторонних инструментов, они получаются тяжко в TFS native, да, просто project загружаем и видим план. Это на самом деле пару примеров, которые я не показывал там и не собирался показывать детали, что такое TFS, как в него логиниться и так далее. Я хотел показать, что то, что ожидает заказчик, это простые, понятные ему Excel-ки, да, и Word даже можно, и проектный план, это все есть. Заказчик может видеть колбаски, может видеть план проекта, если там менеджер интересуется там распределением ресурсов. Ресурс-менеджеры очень тоже любят, когда они могут, несмотря на весь agile, поставить, куда идут ресурсы. И, естественно, требования, реестры, рисков, вопросов, всего остального. То есть мы на митинге приходили с Excel, который выгружался за секунду по фильтру, да, в сегодняшний митинг. Получаем Excel, в нем уже перечень вопросов, колонка ответа. Аналитик на ноутбуке правда записывает ответ в колоночку, ставит состояние, там, меняет статус, нажимает Save. В TFS уже там у нас в бэк-офисе знают, какие ответы у нас есть вопрос. Это классно, на самом деле классно. Jira надо довинчивать и докручивать. Да? Делайте это, почему? Потому что как только вы упростите работу с LLM, бизнес потянется к вам, вы сможете работать более интегрированно. Последние буквально несколько хитрых вопросов. Когда мы работали с малым бизнесом, один из вопросов был, чтобы ну, отказаться от использования это, мы же маленькие. На что как бы я очень всегда привожу пример, говорю, окей, вот есть банк, мы делали там большой интеграционный продукт с одной крупной белорусской там, компанией, да, например. Два разработчика, один аналитик, там, один тестировщик, четыре человека в команде. Это большая команда? Нет, маленькая. Окей. Так это же банк? Нет, все, проект четыре человека. Даже если компания огромная, всегда проекты делают маленькие команды. И в маленьких командах это прекрасно работает. Что отговорка по поводу того, что он банк, он же большой, да, это всего лишь отговорка. Надо с ней бороться. Следующая отговорка, которую бизнес обожает, говорит, ну это же девелопмент, это же разработчики, это же технология, это не бизнес. Да? Вот здесь, тут посложнее, да, надо аргументировать тем, что
как мы будем управлять информацией, как мы будем принимать решения. И в конце концов можно сослаться на бухгалтерию финансов, которые зашиты в Excel. Но разговор очень интересный. Как объяснить бизнесу разницу, почему это не важная отговорка. Следующая довольно такая тоже популярная оговорка – это сложность, и с ней вы будете бороться тем, что давать бизнесу те инструменты, которые он ожидает. То есть нельзя показывать сначала интерфейс LM-системы, нельзя показывать все реестры, надо давать ему то, то есть надо тихонечко подменить Excel на Excel, Word на Excel. Да? Потом он с ним поработал, успокоился и дальше. Что еще? Ловушки. Вот здесь ловушки, которые очень часто срабатывают на самых энергичных внедренцах TFS. Как начинается внедрение? Появляются сразу не самые инициативные аналитики, которые прочитали детально все стандарты, которые уже давно исписали все Word, Excel, там, тонные требования, как они видят LM, если они уже раза два его изобрели. Они уже запустили тендер, и гиперформализация начинается. Возникает такой наш любимый порог – это аналитический паралич, когда мы не можем стартануть, пока мы все не формализовали, все не прописали, все не загнали в реестры. Стоим на месте, никуда не двигаемся, бизнес видит, как мы пухтим краснеем, но ничего не происходит. Следующее. Очень инициативные ешки, как правило, если брать бизнеса, то первое – это хорошие производственники, которые берут лопату и закапываются, да? То здесь те, кто загораются, вот сейчас увидели, все. Понедельника внедряем. Понедельник хватит внимания, на вторник хватит внимания, ну, еще пару дней. Да? Потом другие задачи уже неинтересны. Есть еще очень интересные товарищи, особая каста производственников, которые аналитики, которые умеют кодить. Они сразу, да, так, модель рисков неправильная, модель требований неправильная, вот здесь нужны другие атрибуты. Я вот прочитал статью, вот только вчера написал кастомизацию, сейчас. Перед тем, как пройти дальше уже к концу презентации, хочу как бы вот эти ловушки основные, гораздо больше на самом деле при внедрении, резюмировать. Во-первых, нельзя доверять никогда одному человеку. Да? Если вы что-то внедряете в команде, должна быть команда. Человека, который будет тянуть, как вол, лямку внедрения, методично его внедрять. Человек, который будет периодически там, ходить зажигать, долго-долго говорить, да? Презентовать, уметь общаться с бизнесом, это разные аналитики на самом деле. Человек, который следит за методикой, за порядком, человек, который продает это решение у себя в банке, в компании, в другой аналитике на самом деле. Вот. И желательно, чтобы 2-3 человека, чтобы это была команда. Очень-очень-очень опасно доверить внедрение или внедрение практики использования одному человеку. Я очень рад, что в софтверных компаниях, у нас вот есть представители этих компаний, которые, может, будут доклад рассказывать, внедряют офисы управления, специализированные на бизнес-анализе. И вот когда есть такие структуры, у них великолепно получается внедрять не только методику, но и такие инструменты. Это очень здорово, если вы сможете у себя создать реальную или виртуальную структуру, которая бы воспользовалась практикой офисов аналитических, на которых стояла бы задача системного развития внедрения инструментов. И если это банки, то старайтесь выходить за рамки IT и двигаться в сторону бизнеса. На самом деле, это практически все, поэтому, если у вас есть вопросы, самое время их задавать, потому что меня сейчас будет через 2 минуты выгонять с этой сцены. Вопросы? Есть. Давайте. Почему TFS? TFS, как говорил вначале, только потому, что это один из инструментов, который мы чаще используем, и связан с тем, что мы работаем в Microsoft-овском стеке чаще, поэтому это более интегрированный инструмент с разработчиками. Все разработчики сидят там, и нам проще. Плюс он откровенно проще при интеграции с бизнесом. Он более готов с коробки. Насправді не питання, доповнення. Класна доповідь, дякую. Ну, з точки зору бізнес-аналізу, першому так перегляд. Ну, перше побачив. Я SLPM з .NET бекграундом. Насправді не використовую зараз TFS Visual Studio, мабуть, буду використовувати, зацікавився. І просто кілька доповнень. По-перше, зараз вже є клауд-рішення, називається Visual Studio Team Services, та, тобто майбутнє – це VSTS, а не TFS, його перейменували. Тобто побачити VSTS – це новий чи більш класний TFS. Це перше. Друге, Application Lifecycle Management – це тільки одна з областей. Там насправді є ще Source Control, там насправді є ще Build Management, Release Management, Task Management, sorry, Test Management. Тобто TFS – це дуже крутий комбайн. І, грубо кажучи, там, порівняно до TFS і Jira, там це десь 1 до 5. От, ну, тобто, якщо ви
реально будете його ну, все виводити, то це ну, типу, ви купуєте там 5 разів більше. А пока передаю микрофон, хочу сказать спасибо. Действительно, количество фич, которые есть в TFS, очень большое. И да, если кто хочет попробовать, но не хочет ничего ставить, visualstudio.online.com, адрес, до 5 пользователей бесплатно. То есть вы можете ну, получить инфраструктуру TFS. Хорошо, следующий вопрос. Visual Studio, насколько я помню, до недавнего времени запускалась только на винде. А что делать пользователям Mac? Ну, на Mac запускают варианты с виртуализацией, это раз, второй могут пользоваться через веб-интерфейс, то есть есть некоторые ограничения, связанные с размером присоединяемых файлов, там, с созданием папок небольшие, но большинство функционала у вас будет работать в веб-интерфейсе. Но вообще, Mac это, конечно, да. Спасибо за доклад. Я хотел уточнить два момента. Первый, когда вы подготовили требования к TFS на согласование, вы в Excel выгрузили и письмом стейкхолдерам рассылаете, да? Да, конечно же, вначале мы для всех стейкхолдеров создаем аккаунты, об этом им сообщаем. Да? Мы предлагаем им пройти мини-тренинг для того, чтобы они научились работать с системой. Некоторые приходят. Но, как показывает наше следующее око, они потом этим вначале долго не пользуются. Поэтому да, вначале мы делаем выгрузку в Excel, что очень-очень полезно. Как говорили, есть контроль версии файлов, но этот файлик выгрузки Excel сохраняем source control, чекиним его. Ставим лейбл, отправлена поставка, там, номер такая-то. И в самом Excel получается есть рекорд с айтишниками, как я показывал, которые на самом деле автоматически синхронизируются, если у пользователя есть права. Спасибо, очень внимательный доклад. У меня у вас на самом деле авторская презентация, ты показывал Magic Quadrant. Если не концентрироваться на тех, которые там прямо верхнем самом углу, есть и меньше, и другие решения. Может быть, ты можешь прокомментировать, какие конкретно требования они могут закрыть, какие потребности. То есть, скорее всего, они ориентированы на что-то более узкое, на какие-то специфические потребности. На самом деле в нижних квадратах есть решение, я работал с компанией, например, Sirena, это сейчас компания Microfocus, сейчас она поглощает Hewlett Packard, как я говорил, а они там дружат. Вот. Это не слышали про Hewlett Packard. Потому что я квартиру придется продать. Вот. Смотрите, есть разного размера инструменты. Да? Есть известные, там, понятно, это мой VMware, отличные инструменты тоже, Works, там, Microsoft, Atlassian. Мы спускаемся вот, например, что это Serena Software, есть специфические инструменты, которые исторически там сложились и работали на американских и европейских рынках. Есть на самом деле маленькие стартапы, это по сути не важно. То есть если вы найдете для себя простой инструмент, который вам позволит создать свой, свои правила, свой порядок, да, это ок. Вы на самом деле можете даже в Wiki это делать. Вопрос, чтобы у вас была система, в которой вы можете чувствовать себя комфортно при создании рекордов, да, записи. Это может быть SharePoint даже. То есть у нас был проект, в котором мы взяли просто SharePoint, в нем быстро настроили списки, да, требования связи между ними, это хватило. Это был проект создания нового продукта для финтеха. Там не было ни Jira, ни TFS. Там был просто SharePoint уже внедренный, он используется для документов. Быстро были настроены списки. То есть любая система, в которой можете создать списки, формализовать свои правила или управлять этими списками, это уже будет. Просто системы из верхней точки, они максимально полны, функциональны и готовы. Даже системы, которые находятся там в компании Borovoda, Sirena, это Microsystems и Hewlett Packard, здесь они все находятся, это системы просто они чуть-чуть корявенькие, да? Но это тоже крутые системы. И любые новые системы, которые выходят. Главное, чтобы вы ими пользовались. Все. Наверное, с вопросами пока все. Я буду как минимум полдня на конференции, потом вы ловите меня. Все, спасибо. Спасибо за внимание.